Настал тот день, ребята. Тот самый ролик, который мы обещали. Про бокс. Чтобы мы смогли сильно ударить и быстро. Что нам для этого надо? Кувалду. 15 на 2 подхода. Гирки. Мы их будем выбрасывать. Минуту. Это на скорость. На выносливость. Прыжки. Чтобы были ноги сильные. Перчатки. Перчатки. Мы сегодня вам покажем несколько приемов. Мы начнем с самого начала. И будем... Дальше по роликам двигаться, и у нас будет все сложнее и сложнее задание. Мы вам будем все рассказывать. Ну что, ребята, пришло время взрывать. Кувалда, гантели, прыжки. Ну что, а мы полетели. Ну что, ребята, мы сейчас взрываем кувалду. Ребята, скоро будет второй подход. Где-то минута отдыха у нас будет. Минута отдыха. Так что отдыхай. Это что-то нереальное, ребята. Что-то нереальное. Это... Я просто сейчас готов просто взлететь на высоту Олимпа. Ребята, ставьте цели. Добивайтесь их. Я сейчас просто себя чувствую, я не знаю. Просто Геракл. Я сейчас готов поднять вот это дерево. Ну что, второй подход мы начинаем бомбить. Прошла где-то около... Где-то минута прошла, а мы начинаем бомбить, чтобы взлететь выше некуда. Подхода сделано по 15 раз. Ничего здесь сложного нет. Покажу, как правильно это все делать. Берется вот так вот кувалда. Когда мы бьем, мы ногу переставляем. Вот эту руку сюда. Это перехватываемся. Бьем. Вот так. Опять руку вниз. Ногу уже переставили. И вот так вот получается. Раз, так, слетел, переставил. Сейчас мы начинаем гантели. Мы начинаем гантели отрывать. Чтобы нас не останавливало. Что нас не убивает, делать нас сильнее. Все, ребята, вперед за гантели. А чтобы быть сильнее, чтобы был результат, ребята, не надо долго отдыхать, надо сразу начинать. А мы начинаем, ребята, мы начинаем. Мы продолжаем на прыжки. Ребята, сразу хочу сказать заранее. Сейчас я буду делать прыжки. Когда я буду слазить, я не буду спрыгивать. Потому что это можно травмировать ноги, во-первых. Во-первых, это неправильно. Как говорили умные и знающие люди, нельзя спрыгивать. Надо слазить потихонечку с ним. Потому что я знаю, то будут спрашивать, почему он так медленно делает, почему он слазит, почему он не спрыгивает. Вот, я вам все объяснил, чтобы не травмировать. Так что все, а мы приступаем, ребята.
все сделали. Отдыхаем ровно минуту, не больше. Иначе эффекта будет никакого. Ну все, ждем. Что я могу сказать? В любом дворе есть турники. Ребята, не сидите, идите делайте. Мы в домашних условиях, колеса, кувалда, гантели. Турник у нас не было, тут турника. Нам никто не строит детские площадки, нам никто не строит спортивные площадки. Мы сами сделали этот турник. Ну что, а я не смею его задерживать и начинаю. Второй подход. Спасибо за просмотр этого ролика. Это я вам показал, как стать сильным, чтобы ударить могли сильно и больно. Ну все, ребята, спасибо за просмотр. Всем ба-бау!